Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые друзья. Свою прогулку я начала с музея революции. И вы видите, музей революции окрашен в цвета нашего флага, подсветка белый, синий, красный. Вот ёлочки стоят. И здесь вот на Тверской такие красивые фонари стоят, так красиво украшено. Это как будто бы бокалы шампанским. Поднимаются пузырьки и лопаются наверху. И здесь, в положенной стороне, в таком бульваре, значит, вот такие вот дворцы выстроены. Восточная сказка. А это магазин Армения, так красиво украшен. Он уже на улице Гурбанская. Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз и Снегурочка. С Новым годом вас наступающим. Всего вам самого-самого хорошего. Хорошего настроения, благополучия. Какие красивые барышни здесь. Ой, Микки Маус, барышни. И вот этот туннель, это длинный туннель. Сколько же он метров? Я забыла, 600, да? В прошлом году был 600. Вот сказка, сказочный туннель. Со звездами, со снежками. Туннель. Но мы в него сейчас не пойдем пока. Мы возвращаемся на Тверскую улицу. Уходим с бульвара и приходим на Тверскую улицу. Ура! И вот на нашем пути магазин H&M. Шифоновая юбка плиссированная, жакет из искусственного меха, красная футболка с кружевом, жакет, серебряная блуза и джинсы черные. Топ стоит 1000 рублей, брюки 2000 и кардиган 3500. И обратите внимание на серебряный обувь. И опять все серебряных полусапожках. Гипюровая черная кофточка. Джемпер здесь 1500 стоит. А юбка шифоновая, очень модная. Сейчас посмотрим, кстати, сколько она стоит. Чулки в сеточку. Чулки в сеточку очень модная опять. Так, вот это платье.
А, это у нас даже шуба рыжая, она стоит 6000. Блуза стоит 1,5 гипюровая. Брюки 2000, а эта шифоновая юбка стоит 1500. И вот такая прозрачная с пайетками юбка стоит 3500. Вот свитер очень модно на одно плечо и красный цвет. И обратите внимание, что даже у детей платье в пайетках. Заходим и смотрим, что сейчас в трендах. Искусственный мех моден. Вот в данном случае жакет в цветочек. Платье. Опять блузки в цветочек. Так, курточки. И цены. Цена этой курточки почти 4000. Везде люрекс, пайетки различные. Блестящие кофты. Сумочки тоже такие вот пайетки. Бархатные рюкзачки. Вот такой джемпер. 2000. Нарядный. 2000. Мы были все красивые, яркие, новогодние. Цветы на любой вкус. На светлом фоне. На темном фоне. Куртки с искусственными воротниками. Искусственные воротнички. А вот какое клевое платье. Тоже с блесками. Это пайетки мелкие. И даже свитер с блесками, с люрексом. И вот опять цветы. Цветы. В тренде настолько искусственный мех, что если у вас оставили старые шубы, смело их одевайте. Причем мех сейчас моден не тот, который искусственный, похож на настоящий, а где видно, что он совершенно точно искусственный. Это последний писк, это последний тренд. Так что, товарищи, доставайте свои старые воротники, доставайте свои старые шубы. В этом году вы будете в них самыми модными. Вот еще одна курточка из того какого же искусственного меха. И опять цветочек, кофточки и бархатные платья. Бархат остался у вас, бархатный? Все переливается, все блестит, чтобы Новый год мы были по-новогоднему блестящими. В пайетках, а не на коленях. Пайетки рулят. Бархатные платья. Платье блестящее. Как когда-то Киркоров пил в одном из мюзиклов. Блеска, господа. Вот в этом году блеск в моде. Свитшоты в цветах. Свитшоты, рукава. В заклепках. Это еще одна тенденция моды. В тренде. И сейчас он вообще красный цвет в тренде. И кружева. И цветы. Бархатные платья.
Посмотрите, вам ничего не напоминают эти бархатные платья? А это тренд. Это супермода этого года. Материал под бархат. И вот такие вот цветы. Кстати, стоит эта красота 10 тысяч. Товарищи. Жакетик из искусственного меха 4000. И видите, он ничем не напоминает настоящий. Это шикарная вещь. Это тренд. А вот новогодние пижамки. Это бархатная, да, под бархат курточка? Платье, наверное, с капюшоном, да? А вот... Цветы, искусственный голубой мех. Дорогие женщины, бегите к бабушкам, и вы будете в тренде, друзья. Какая красивая юбка с люрексом. Вот еще красное гипюровое платье. И опять же с ними жакеты из искусственного меха. Гипюр. Обратите на качество материала. Грубо сваленные. Это вот в деревнях такие вяжут и продают. С люрексом. Это тоже стоит 4000. Золотого такого материала. Стоит
стоит он 5000. И такие же брюки. И стоит это 899.